Здравствуйте. Мы находимся возле магазина «Миргаза». За хорошие продажи в этом магазине меня и директора магазина пригласили в одно место. Пока я не буду говорить, куда мы отправляемся, это будет для вас сюрпризом. Так что следите за нашими видео, и совсем скоро вы узнаете, что за место мы посетим. Итак, мы прибыли в пункт назначения. И первая подсказка для вас. В этом городе очень тепло. Мы уже заселились в гостиницу и завтра поедем туда, куда нас позвали. Все. И еще, здесь есть небольшой водоем, который я вам покажу завтра утром. А вот тут самый маленький водоемчик, который я обещал вчера показать. Ну что, теперь догадываетесь, где мы находимся?